Здравствуйте! Добро пожаловать в интернет-магазин Raywood. Меня зовут Катя, и сегодня я покажу вам настоящую жемчужину французской марки Degré, коллекцию Bachia. Своей практичностью, качеством, минималистичным дизайном, ценой и огромным ассортиментом цветов она покорила не только клиентов по всему миру, но и рестораторов. О да, немало статусных заведений используют для подачи своих блюд именно ее. Но мы с вами про домашнюю сервировку. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас дома было так же вкусно и так же красиво, как в вашем любимом ресторане, Bachia – это посуда для вас. У меня на столе сейчас множество предметов. И все это буйство красок – одна коллекция. Здесь 7 цветов. 7 очень правильных и натуральных оттенков, которые феноменальным образом между собой сочетаются. Итак, к предметам. Обеденная тарелка здесь имеет размер 29 сантиметров. Ее широкая рабочая часть покрыта глазурью, а по краю тонкий матовый бортик. Поверхность тарелки неровная, и здесь у каждого возникнут свои ассоциации. Кто-то увидит здесь круги на воде, а кто-то линии, характерные для посуды, сделанные на гончарном круге. Эта посуда многофункциональная, и ее предметы с легкостью меняют свое предназначение. Ну, например, мы рассматривали с вами эту тарелку как обеденную. Но она также может быть блюдом. А если вы решите сервировать сверху нее тарелку для пасты, она волшебным образом станет подстановочной. Есть один нюанс. Мы все с вами совершенно разные, и, возможно, кто-то привык разогревать пищу в микроволновой печи прямо в тарелке. Так вот, проверьте глубину вашей техники. Возможно, такая большая тарелка не даст дверце закрыться. И тогда вам подойдет обеденная тарелка чуть меньшего размера, 26 сантиметров. По дизайну она идентична первой тарелке, которую я вам показывала. Давайте на примере именно этого размера я покажу вам всю глубину розового цвета, насколько он насыщенный и интересный. Помните, что я говорила вам про сочетание цветов? Этот розовый просто великолепно сочетается вот с таким песочным оттенком. Я покажу вам на примере суповой тарелки объемом 500 мл. И только взгляните, как это красиво и гармонично выглядит. Давайте посмотрим на закусочную тарелку. Она в этой коллекции имеет размер 23 см. Напомню вам, что эта тарелка может быть во всех цветах, которые вы сейчас на столе видите. Она отлично сочетается с обеденной как размером 29 сантиметров, посмотрите, пожалуйста, так и с более маленьким размером 26 сантиметров. Тоже вам сейчас это продемонстрирую. А теперь к изюминке этой коллекции. Тарелка для пасты объемом 250 миллилитров. Но только посмотрите, какая она красивая. Ее рабочая область покрыта глазурью, а бортики матовые. Поставим ее на обеденную тарелку 29 сантиметров, и вуаля! Тарелка стала подстановочной. В эту тарелку для пасты отлично встает пиала объемом 500 мл. Получается самая популярная, самая фотогеничная и самая инстаграмная комбинация. Чтобы вы вот таким образом к столу не подали, это произойдет настоящий фурор. Но допустимо вот такой вариант сервировки смотрится не менее фотогенично и красиво. Для сервировки стола вам наверняка понадобятся и другие предметы. В этой коллекции есть салатник размером 28 сантиметров, подойдет для большой семьи. А еще здесь есть вот такое вот маленькое плоское блюдо размером 25 сантиметров на 13. Его можно использовать для каких-то нарезок и как подставку для вот такого маленького соусника объемом всего 70 миллилитров. Ставим его сюда, а здесь сыр или фрукты. Ну а теперь к сервировке напитков. Сок, лимонад, молоко или даже горячий чай вы можете подавать вот в таких стаканчиках. Правда, есть небольшая хитрость. Если речь идет о чем-то горячем, наполняйте его только до середины и держите за верхнюю часть. Так вам будет комфортно. Эти стаканчики 380 мл и есть чуть меньше, а не 200 мл. Зеленый, коричневый, розовый, кремовый, белый, синий и черный. Вариантов комбинаций множество. Экспериментируйте и выбирайте подходящий вашему интерьеру и вашему внутреннему миру вариант. С полным ассортиментом предметов в каждом из этих цветов вы можете ознакомиться на нашем сайте raywood.ru. Заходите,
выбирайте ваш уникальный сервис.